Сегодняшнее мероприятие проводит для вас проект «Школь», который существует по печеньям фонда «Авихай». Проводит не просто так, а совместно с проектом «Эшколот» и при поддержке посольства Израиля. У нас сегодня такое масштабное мероприятие. Мы встречаемся с писателем Эдгаром Керетом и с писателем и переводчиком книг Эдгара Керета Ленор Горалик. דבר ראשון והכי חשוב, מה אף פעם לא היית עושה? כאילו, אוקיי, אתה עושה, אתה כותב ספרים, אתה כותב סיפורים, אתה כותב לעיתונים, אתה עושה קומיקסים, אתה עושה סרטים, אתה כותב סקייצ'ים. מה לא היית עושה? מה הדבר היצירתי שלא היית עושה? Я спрашиваю Эдгара, чтобы он не стал делать. Он пишет книги, он пишет рассказы, он пишет газеты, он сочиняет комиксы, он пишет сценарии, он выступает, он пишет скетчи. Я спрашиваю его, чтобы он, что, есть ли какая-то креативная область, которой бы он не стал заниматься? Дугот. Окей, печь пироги. Лама, мама, лотов дугот. אני חושב שכל דבר שדרכו אפשר לספר סיפור, אני אשמח לעשות. Все, через что можно, все, что можно превратить в рассказ, он готов. Все, все, чем можно передать рассказ, историю, он готов делать. А через еду ему кажется, что это странно. Лама? Почему? Коль целахат за беемет сипур, кило. Ата микола нашим, ешла хергали охель нора музарим. За кен сипур, да, как будто. Я объясняю Эдгару, что из всех людей, которых я знаю, у него есть очень странные пищевые привычки, как раз еда – это, конечно, история, да, ма? Он вегетарианец с 5 лет. Сапер это сипура за их опахтар антиохоми, за шаведзе. Сейчас, Эдгар, я прошу рассказать, как он стал вегетарианец. Он посмотрел Бэмби. Любим Бэйма Широ. Когда стреляют в маму. ושאלתי את אבא שלי למה יורם באמא שלו. ספרסיל פאבו פצ'ימו בני אסטרילה. אז הוא אמר, בשביל להכין לך שניצל. וקיבלתי החלטה לא לאכול את המשפחה של בנבי. אוקיי, ופרוס, קולגה, דבייטה. И что литература сама по себе таковая, будет то, что перестанет существовать. Она станет таким делом для них. И что он думает по этому поводу и какие его представления? קודם כל, אני לא חושב שהספרות, אני חושב שהספרות תמיד תהיה קיימת. אני חושב שאני אדומה שטוליטרטור בו תשתרת סגדה. ואני חושב שלאורך ההיסטוריה היו הרבה מידיות אחרות שאיימו על הספרות, והספרות תמיד שרדה. בחוד היסטוריה בולה מנוג רזנך מידיה, כתורי אוגרז'ה לשטרני ליטרטור, ליטרטור סגדה וז'וואלה. אבל אני חושב שהבעיה שיש לספרות היום זה שהיא סובלת מאיזה סוג של הרעלת מכובדות. משהו כזה יותר מדי מכובדת כזאת. Он говорит, что, возможно, одна из проблем литературы сейчас, это что она отравлена с чувством собственной важности, чувством собственной значимости. אני לפני כמה חודשים הייתי, אז אני לפני כמה חודשים הייתי באיזה בית ספר, וביקשו מהתלמידים לשאול אותי שאלות. Несколько месяцев назад я приходил в гости в школу, и учеников попросили задавать вопросы. ואחד התלמידים הרים את היד ושאל, אם אתה סופר, אז איך זה שאתה עוד לא מת? אחד מהסטודנטים שאל, אם אתה פסל, למה אתה עוד לא מת? היית חייב למות. לא, ואני חושב שאם נניח הייתי כותב מוזיקת רוק, הוא לא היה שואל את זה. Я думаю, что если бы я писал музыку в жанре рок или что-то вроде того, он бы не задал такой вопрос. Рок за лодогматово. Да, потому что рокеры умирают гораздо раньше, чем писатели. שאתה שומע מוזיקת רוק או שאתה רואה סרט, אתה הולך ליהנות?
в литературе есть нечто, если ты слушаешь музыку, собираешься слушать музыку или идти в кино, ты собираешься получать удовольствие от происходящего. А литература — это что-то вроде касторки. Это как нечто, что по определению неприятное и несимпатичное, но его надо принимать, чтобы быть, что ли, умнее. Я не понимаю, почему это должно быть так. Все, что ты пытаешься делать, это взаимодействовать с людьми и передавать собственные эмоции. И вот эта искусственная значимость литературы, по большому счету, работает против нее. А думал ли он о том, что когда-то его книги будут, творчество его будет пользоваться спросом, программировал ли он успех свой? אני שכתבתי, אז באמת עצם העובדה שמישהו יקרא את הסיפורים האלה ויתחבר אליהם ויתרגש מהם, זה נראה לי ממש פנטזיה. Когда я писала, сама мысль о том, что кто-нибудь будет читать эти рассказы и чувствовать эти рассказы и чувствовать, что эти рассказы имеют отношение к нему, казалась мне фактически фантастической. והפחד השני היה שאם מישהו יקרא אותם ויתחבר אליהם, אז הוא ישר לחשוב שאני בן אדם דפוק שמשהו אצלו לא בסדר, והוא יאהב את הסיפורים, אבל הוא יצא להרביץ לי. Второй был страх, что если кто-нибудь прочтет эти рассказы и прочувствует эти рассказы, то он решит, что я тот самый человек, для которого мы не смогли найти слово, и ему понравятся тексты, но лично мне он захочет, например, врезать. Есть ли животное, которое он хочет быть простыми словами? Есть много людей, которые думают, что я уже арнав. Многие считают, что он уже кролик. Ох, лёд, это очень может быть. А что-то, я понимаю, יש לי סיפור כזה על מישהו שהוא באמת מזמין דג מדבר במסעדה. וכשהוא מקבל את המנה אז הוא מחכה שהדג יתחיל לדבר. וחבר שלו מאוד מתעצבן, הוא אומר לו, אתה הזמנת דג, תאכל אותו, מה זה משנה, מדבר או לא מדבר במסעדה, תאכל אותו. ופעם אחת שקראתי את הסיפור הזה, אז שאלו אותי מה ההבדל בין בן אדם שהוא לא סופר לבן אדם שהוא כן סופר. אז אמרתי שבן אדם שהוא לא סופר הוא אוכל את הדג, ובן אדם שהוא סופר הוא מחכה שהוא יתחיל לדבר. Я сказала ему, что писатель — это человек, который начинает, не писатель, это человек, который начинает есть рыбу, а писатель — это человек, который сидит и ждет, когда рыба заговорит. Или бьет ее по морде.